многим видом спорта занимался. И бегал, и самбо было как-то, и хоккей. Вот. То есть, в принципе, я как бы так вот постоянно в спорте. Вот. Ну, а так как у нас Александр Сергеевич Локтев, наш выпускник и, в общем-то, по совместительству руководитель клуба, он все время рассказывал, ну, так следил за успехами спортсменов. И он пригласил на такую, как пробную тренировку, понравится, не понравится. Вот мы пришли с другом, как бы попробовали, мне как бы это понравилось, я решил остаться, но ему не очень, он пошел на вкачалку, да. Мне понравилось то, что как бы устаешь сильно, после этого не так мышцы болят, как-то не травмируешься, и что-то вот как-то занесло, и до сих пор это где-то, наверное, второй год я хожу в зал, сначала на Пролетарскую, но вот сейчас сюда в большой зал хожу. В общем-то, так занесло, и как бы продолжаю. Это не в привычках останавливаться. Стал тренироваться, дольше стал, выносливее стал за компьютером сидеть. Спина укрепилась, да. Ну, а регулярные не очень сильные удары по голове как бы стимулировали. Мозговое кровообращение. Там, знаете, 3 спарринга провел, статью написал, там 5 спаррингов провел, на грант заявку подал. То есть связь прямая, но если серьезно говорить, конечно, это мышечное укрепление, оно в общем-то, и способность терпеть, преодолевать физические такие, это не просто как бы вот бежишь, как бы тебе мозг говорит, что ты устал, здесь ты с тренерами, с партнерами, то есть ты, стыдно останавливаться, ты как бы мучаешься, себя преодолеваешь, терпишь, и это, в общем-то, потом сказывается и на мозговой работе, то есть ты садишься и упираешься, и делаешь те задачи, которые стоят там. То есть провести исследования там. У нас есть интересные исследования, и вот физические нагрузки, они здорово помогают. И после этого как бы отдохнуть в плане, что у тебя все затекло, мозг не работает, ты устал, пошел потренировался, какие-то мысли появились, пришел, записал. И поэтому вот это в совокупности физические нагрузки укрепляют тело, в общем-то, помогают сосредоточиться голове и, в общем-то, здорово обогащают мозговую интеллектуальную деятельность. Чем мне опять же понравилось вот именно ММА заниматься, потому что там больше идет нагрузки собственным телом, и у меня организм на них лучше реагирует, то есть я не так загружаюсь, как бы и утром лучше себя чувствую, и вечерами, и лучше стал спать, знаете, вот, то есть встаю, бух, голова зато очищается, встаешь нормально, воды попил, и все супер прямо вообще. Я чувствую, как вся химия запустилась, да, сосуды, то есть я чувствую, как кровь по телу ходит, но это хорошо. Мне эффект нравится, это здесь атмосфера такая, знаете, мне что еще понравилось, вот именно в топ-тиме я был во многих клубах, как бы здесь такая какая-то атмосфера такого взаимоуважения, что ли, здесь здравствуйте, такая какая-то культура общения есть, ну вот это хорошо выделяет бойцовские клубы, где вот кажется, знаете, такое мнение расхожее, что это драчуны какие-то там, чуть что-то крас, так только в лицо умеет бить, нет, здесь оказывается, здесь на самом деле сплав такой есть, это не я один такой.